Ну что там? Ну что, да никто не побил его рекорд Терентьева. Но так, на самом кто деле... еще остался? А, МКБ остался, и РСВО, небось, да? Да, РСВО. Да. Не, побил один чувак с... Не помню, с какой там, с Комуса. Они просто сами для себя били в конце, когда я... Ну это уже... Да, и он, короче, 103 выбил. Я такой, нормально. С первого удара причем. Наши соревнования продолжаются. Идет все четвертый тур. Сейчас играют Нордеа и Газпром Интернешнл. Нордеа уступил Русал со счетом 0-2. Газпром Интернешнл сыграл в ничью с МТС Банком. И ну, практически на 100% уже лишился возможности побороться за золото. Теперь ну, больше внимания будет ориентировать, пожалуй, на серебряные медали наших соревнований. И здесь все как нельзя неплохо. Главные соперники это Комус, Гарант Энерго и РСВО. У Газпром Интернешнл 18 очков после 8 матчей. У РСВО 17 после 8. У Комуса и Гарант Энерго очков побольше, 24-23, но у них и больше матчей, по 11 игр. Так что, если следующие три свои матча Газпром Интернешнл проводит удачно, то набирает еще дополнительно 9 очков. И, все-таки рановато я начал сбрасывать со счетов Газпром Интернешнл в их борьбе с... Русалом, потому что после 11 игр Газпром Интернешнл может иметь 27 очков. 27, что на 1 балл больше, чем у Русала. Так что да, я должен принести извинения и тем, и другим. Ну, единственное, Газпром Интернешнл уже не создаст комфортный задел для себя на заключительный тур и... В нем ну, все-таки посерьезнее будут соперники. Московский кредитный банк, Зарубежнефть ну, все тот же РТРС. Ну вот как сыграет Интернешнл с Зарубежнефтью и с Московским кредитным банком. Ну, это не Метлайф, с которым встречаться Русалу. Тем более сегодня Зарубежнефть очень уверенные игры показала. 6 очков набрала в 3 матчах. Там тоже было с кем играть. Уже в пустые ворота забивает Зинин и открывает счет 1-0. Полит Нордеа. Еще один опасный удар Интернешнл. Желтую карточку получает игрок, видимо, за лишние разговоры с арбитром.
1-3-2! Вот это стрип. Не, вот там легко. Да. Ну, вообще, за что он сказал за разговор? Что если за разговор, то без того. А, ну без пола. Чуть проснулся. Вратарь на месте, правильно расположился в воротах. Аут вводит Нордеа. Контратака Газпром Интернешнл, может делать обратный пас, Витушинский. И Зинина подключили. Просто не повезло сейчас Интернешнл. Грубый фол и вторая желтая карточка. Все, можно продолжать игру. 2 минуты в меньшинстве. Будет играть Нордеа. Заметно усложнила себе задачу. Эта линия совсем ненужная. Нолсов не стал сам бить. Оставляет мяч Зинину. Минута 30 до перерыва. Ну, приблизительно это время и проведет Газпром в большинстве. Нарушение у Газпром Интернешнл. Четвертый фол у Нордеа. Двадцать секунд до перерыва, и все никак не может Газпром Интернешнл свое преимущество реализовать. И возвращается
пятый полевой игрок у Нордеа. Так и не реализовали большинство. Ну что ж, ждем второй тайм. Второй тайм при счете 1-0 в пользу «Газпром Интернешнл» и при четырех нарушениях правил от «Нордеа». «Газпром Интернешнл» сварил только однажды. Головой. А вот Интернешнл должен вводить. Зинин убрал мяч под себя. Он в определенный момент показывал, что и правила против него нарушают. Затолкали сейчас Зинина. Опять-таки, но вновь не фиксируется нарушение правил. 4 фола у Нордеа. Легко бросает вратарь Интернешнл. На добивании 33-й номер «Газпром Интернешнл». Удваивает он счет 2-0. Ну и теперь для верности третий. Нужно бы забить Интернешнлу, чтобы не получилось, как в матче с МТС-банком. Где тоже моментов было много, много чего было не реализовано. И в итоге только ничьей пришлось довольствоваться. Отличный момент сейчас был у Филатова. И правильно Носов уговаривает товарищам по команде. Совсем они забыли о том, что нужно оборонять ворота.
время идет. Время играет на Газпром Интернешнл. Их счет полностью устраивает. И следующий матч Интернешнл сегодня будет проводить против РСВО. Петушинскому приходится самому идти. Второй защитник его останавливает. Опасный удар. Метров с 12, наверное. Петушинский упускает отличную возможность. Вот здесь нужно отметить, конечно, и хорошие действия Королева. Вынужденно фолит Газпром Интернешнл. Второй фол. Нардев все так же сидит на четырех нарушениях. Отличный заброс Носова. Достаточно курьезный гол, но какая разница, каким он получился. Главное, что Нардес сокращает отставание. 1-2, и еще есть больше минуты у Нардес, чтобы пробовать заработать хотя бы ничью. Последняя чистая минута. Семенов зарабатывает угловой. Тянет время Интернешнл. Вот, потеряли мяч. Вот здесь еще и чуть двух игроков не потеряли. Еще есть время.
Контратака International. Зинин мяч подобрал. Чуть не придумал себе проблемы на последних секундах встречи. Все, победа Газпром Интернешнл 2-1. Интернешнл 9. 20.